Цензор. О, немного моментов в ленту, которые не попадут в стрим. Потому что просто невозможно это все уложить в стрим адекватно по времени. Забиваем машину 320-ками на мягких проставках. Файном и красным фишбрайтом. Проемы стыки без брусков, без ничего. Готовимся к обливу фоном. Обдуемся, положим швы, положим гравик. Решили гравик ложить без скотча, в распыл. Если бы новый пистолет купил под гравик, попробуем его. Но это в стрим, само собой, просто никак не влезет. Сейчас, пока наносим гравик, тестим пистолет. Блин, вообще по случайному случайному купил бодевский пистолет с регулируемым носом. Блин, я прям прозрел на глазах. Когда носик закручен почти до упора, есть момент, где он его не хватает, а потом начинает хватать. Неразбавленный гравитекс кладется мелкой шагренью. А если носик выкрутить полностью фактически, то вот какая шагрень снизу. Это один и тот же гравик, это неразбавленный с выкрученным носом, это тот же неразбавленный с вкрученным носом. То есть шагрень вообще на удивление мелкая. Сейчас арочки и засыпаем, так прикольно получается. Далее по плану. Это еще в стрим не войдет, то, что я сейчас вам тут покажу. Вот этот вот, читаем правильную инструкцию. Перемешиваем с длинным носом крупный шагрень, с коротким носом мелкая шагрень, то, о чем я рассказывал. Ждем 10 минут. Носим пластофикс, грунт по пластику. Ждем 10 минут, наносим акрил или базу. То же самое будет проделано здесь. Краска вот такая вот. Это одно из дешевых того, что я смог найти. Цвет 235. Смешиваем грунт по пластику, выжидаем и обливаем кузов. А вот уже после того, как мы обольем кузов, там, не знаю, полтора-два слоя, как пойдет, я уже в стрим вставим то, что уже не попадет сюда. Потому что очень сложно потом состыковать, что оттуда, что отсюда было. Как-то разорвем, что попало в стрим, что не попадет в стрим. Как-то так, под капотом красить будем вот так. Здесь сейчас накрою эпоксидником хотя бы, чтобы было чуть-чуть прикрыто. Еще по протирам сейчас эпоксидом пройдусь, сразу прохожусь баллоном и вперед. Наверное, под капотик я не буду красить. Да так, попугай, все. Так, попугай вот тут и все. Я имею в виду крышку сломать. А, ну да. Сейчас наберем. Как ты знаешь, неплохо и растекается. И даже в потек не стремит. Я с проводами не срать. Теперь можно. Просто сразу пройди.
сам-то я прошел. А тут не надо.